Ребята, братья, сестры, всем салам алейкум. По-братски поставьте лайк. Братья точно там твои сидят? Ну, братья, сестры, да? Кто, Рафик тоже тут? Рафик, Тофик. Мне показывают, я здесь. Серьезно? У тебя Ваншир, подожди. Подожди, меня здесь показывают. Лайк где ставят? Лайк они должны ставить, брат. Ой, дядя Ваншир. Брат, кто тебе? Брат. Орхан Бабаев зашел. Бабаев? Да. Привет. Бабаев, как твой колокольчик? А, не ломай заматом это кресло, блин, дорогое кресло. Сломал, дебил, блин. Это подписчики зайдешь? Это не, это дети мои были. Узнали отца. Блин. Дядя Джованшир за ночь сколько палок кидаете в сухую? Дайте мне срочный ответ. Сколько раз ты не кидаешь? Давай пошел вон отсюда. А что делаешь это? Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Алло, чем салам? Где в массажном салоне сидит? Хоть мне. Куда такие красивые? Из Москвы. А с подругой есть там что ли? Зови. Вы что там делаете? Привет, Оля. I don't speak Russian. А, он из Испании. А, я тоже speaking English. I'm speaking English. Yes. Алло. Алло. Что здесь делаешь, сидишь? Я тебе, думаешь, не узнал? А как ты меня узнал? А, я, ты что, меня не помнишь, что ли, а? Давай, напомню. Я тебе джинсы продавал. Продавал что? Джинсы дизель, не помнишь? 56 размер. Есть джинсы дизель, хорошие турецкие. Да нет, я беру хорошие американские. Американку мы тоже продавали, да может я не помню. Я тебе просто набрал, сказал это американские. Турецкие отдал. Как дела, сам как? Да слава Аллах, неплохо. О, машаллах. А где твоя лавка стоит? А я в Царицынском рынке тогда работал, уже делал там торговый центр, уже делал. А это где находится? Это в Царицынском рынке, да? Ты сам откуда был? Я из Америки. О, в Америке, думаешь, я не работал? А по нации кто? А у нас Царицынского рынка нет, есть этот сам, Манхэттенский. Манхэттен. Думаешь, мы, блин, до Манхэттена не дошли, да? Вот этих ваших рынков. Легко. С такой торговой жилкой хоть до планеты Марс. Какой ты? Как тебя зовут? Алекс. Алекс? А настоящее имя Алексей? Подходы или не А зачем? Я просто... Я клиент всех помню своих. Слышь на музыку? Ой, дюзю! Салам алейкум! Ну, не буду вам мешать. Не, Алекс, подожди сейчас, секунду. Дорогой, подожди. Она сам, они, смотри, вот это симпатичные. Подожди. Ой, салам малечу. Откуда вы? Четыре нерусских смотрят друг на друга. Что, снимаете, да? Она дым была. Квартиру снимаем. Знаете, ребят, бывает после свидания с девушкой, там негативные эмоции с ней. Но зато я знаю, где можно получить позитивные, хорошие эмоции. Это сайт PokerDom. На сайте PokerDom ты найдешь огромное количество онлайн-игр. Мой любимый слот – это Hotline. Он максимально соответствует тематике моего канала. И еще здесь вы можете с 10 рублей поднять до 500 тысяч рублей. Если ты перейдешь по ссылке в закрепленном комментарии, то ты получишь 1000 игр и еще 100% к своему депозиту. То есть, если ты закидываешь 1000 рублей, то тебе придет 2000. Вводи мой вот этот вот промокод, который даст тебе хорошие бонусы лично от меня. Удачи тебе в больших выигрышах. Я поехал за девушкой. На связи. Сам не переключай. Я не переключаю. Я не переключаю. Его переключаю. Ой. Перевет, елка. Саламу алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам. Джурба хайра себя, да? Ну у них все одинокие. Смотри, Чамрана похож. Чамран, ты же говорил, ты в Гянде. Слышишь? О, Джованшир, я тебя не узнал. Пакистан. А, пакистанец. А, извини. Сори. Они же не любят, они враждуют же. Это же Пахлавашев этот, который, блядь. Астерлей! Да, ты знаю, который этот, понимаешь? Не зачем мне солнце, Монако? Это не он! Отвечай, это он! Это не он! Да это он! Это не он, ты что, это мой дядя! Он не снимал ролики, типа там, где курица в машине, там, или петух кто-то бегал. Ай, какой, я вас глаза целую. Я ваши пальцы целую. Это он! Он глаза на лицо! Да это он!
только глаза. Он нас целует. А почему вы смотрите не прямо? Да подожди, он азербайджанец. Да я у меня папа с Джалил-Абада. Джалил-Абада? Да. С Лос-Анджелес. Ола, ола, вупа. А, взяла сами. Подожди, лицо знакомое. Вот, тетя Люба там тоже сзади. Здравствуйте, тетя Люба. И, блин, принеси салфетка. Ой, я закончил. Короче, это мой дядя, а мы здесь девушку ищем. Так и не нашел? Не нашел еще, мы ищем. Хотим из Свердлова кого-то. Мне тетя Люба понравилась. У меня просто... Ты фольгу не кушай, дядя, он теперь фольгу. Фольга нужна, да. Вам Федя нравится? Очень. Серьезно? Значит, у вас нет вкуса, понятно. Дядя, он шир. Ну ладно, хорошо, подожди. Мне нравится твоя шаверма. Моя шаверма какая есть? Да Люба, куда пойдет? Зачем ты без моего разрешения переключаешь? Ну потому что они скучные. Они сидят скучные, там. Скучные, потому что ты... Петрович опять здесь. Подожди, подожди. Только... Привет! Привет! Откуда русский язык знает? Не русский? Нет. У меня был друг, он был из Африки. Эй, йоу, what the fuck is that? Как дела? Как дела? Нормальный, как тебе дела? Русский язык знаешь ты? Хамсарин. Сейчас подожди, моя красавица, подожди. Подожди. Она, блин, мы потеряли африканцев. Эй, девушка. Сами. Ай, просыпайся. Ержан, просыпайся. Салам алейкум. Алейкум салам. У тебя что за папа? Ты туркиш? Не туркиш. Азербайджан. Откуда? Where you are from? I'm from Saudi Arabia. Saudi Arabia, там что ли ты? Я сейчас в России. Сейчас в России. Какой город? Я сейчас в Белгород. Сауди Арабия куда? Белгород куда? Белгород ты что делаешь? Просто изучаю русский и потом пойду. Москву переезжай здесь, в Москву. Будем внизу переходы шампуны продавать. Давай, учим тебе русский язык. Language you. Окей, learn you. Writing. Russian. Здорово, мужики. Как у вас дела? Какая классная шапка. Один белый, другой черный, два веселых гуси. Привет. Привет. Давайте начнем сразу беседу нашу. Честно сказать, очень вы как глоток воздуха, да, на? Здесь среди других людей. Давай поковыряйся. Поковыряйся. Зубах застрял, шаверма. Поковыряйся. Давай еще в жопе поковыряйся. Давай. В носу поковыряйся. Девчонка. Значит, давай еще перни здесь. Рыгнул еще, давай. Кто тебе так, кто? Вот кому ты понравишься так? А вам сколько лет? Сколько? Кто так выстраивает диалог? Я, у тебя, ты со всеми девушками одинаково разговариваешь или что? А сколько вам лет? Первый, разве первый вопрос так бывает? Девушки, сколько вам лет? Нам по 20. Почему они мне не ответили, тебе ответили? Ты что с нами спросил? Потому что я сказал девушки, сколько? Я не сказал девушки. Микроволновка изначально белая была или такой цвет? Сука! Или потом отвезите ее к стоматологу, чуть сделает. О, давно, кстати, не было. А. Передайте салам Зутебу и МТС. Привет, МТС. Подожди. Дядя разговаривает с тобой. Я для тебя ищу или для себя? Правильно, поэтому я разговариваю. Ну для тебя, да. Сначала через меня же проходит. Кто ты гороскоп? Кто вы гороскоп? Рак. Овен. Так, Овна, убираем рак, останься, пожалуйста. Я тоже рак, кстати. О, а когда день рождения? 5 июля. У меня 4 июля. Серьезно? Раз. Возьми, дядя. Эй, Петух.
О, это твои любимчики, смотри. A few moments later. У нас сегодня гость дядя Деваншир, он же молодой львенок, покоритель женских сердец, и не только сердец. Вот, первый вопрос. Есть ли у вас девушка? Да, алло. Да, сколько надо? Девушка есть у вас? Сколько надо? Нет, есть девушка сердце, кто ваше завоевала? Была одна. Не, было двое. Сколько у вас было половых партнеров? Ну, значит, у нас были... Работали, когда мы парчет тоже ставили. Половой партнер у нас, учредители тоже были. Парчет ставили тоже вот так. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Сколько кидают в стриме, столько зарабатывают. Привет, братья. Не брат ты нам. Ещё старый убий. Йо! Знаешь, ассаламу алейкум, братишки. Я же смотрю ваши вайны с этими. Вайны. С девчонкой. Ва-алейкум ассалам. Ва-алейкум ассалам. Ва-алейкум. Как дела? А ты... Они... Нет, херня. Ваша. Через пульт разговаривает. Ты стример? Здорово. Здорово. Ты что? Ты не с своими братьями разговариваешь? Успокойся, ты так разговариваешь. Спасибо всем большое за стрим. Спасибо, что закрыл меня своей башкой большой. Опять я тебя закрыл. Ладно, всем доброй ночи. Всех обнял, поднял. Давайте. Целоваю вас.